Ребят, всем привет! Сегодня я хочу показать вам трехкомнатную квартиру. Это улица Яд-Лабаним. Очень хорошая, просторная квартира. И стоит, самое главное, не очень дорого. Идемте со мной. Тут хороший подъезд. Хороший ощущение. Добрый день. Это? А? Да, хозяйка, не выключай, идем. Вот такой хороший подъезд здесь. Ну что, вы забираете или нет? Не знаю, пока смотрим. Да, вот люди, кстати, вышли с этой квартиры. Квартирка очень хорошая, ребята. Надо, ну, у каждого, конечно, свои вкусы, свои предпочтения и требования к жилью, но сейчас вы все увидите, сейчас вы все поймете. Мы все снимаем одним кадром, без вырезаний. Идемте, это второй этаж. Заходите в квартиру, попадаете, вот у нас наши коллеги, не конкуренты, а коллеги. Да. Вот такой большой. Тут работает этот свет, нет? Да. А, вот, вижу. Смотрите, это большой такой салон. Нормально видно салон помещения? Видно? Очень. Смотрите, большой. Есть диванчик, ребят. Конечно, мебель не мебелирована. Тут нету прям все, чтобы вам было. Но основные вещи какие-то есть. Фух. Второй этаж, говорю, уже, знаешь, немножко запыхался. Самое интересное, что вы как заходите, идем. Это входная дверь. Вы как заходите, тут сразу у нас есть вот такая вот кухня. И сразу вот такой вот один балкончик. Там человек сейчас разговаривает, мы потом вернемся сюда, ребята. Идемте, а он уже ушел. Ну ничего, давай. Смотрите, вот такой вот балкончик, заходите. Это балкончик на кухне, который... Нет, ты нижней ручкой, ты куда поворачиваешь, понял, туда оно и поворачивает. Ты вот так... Хороший вид из окна, насколько он может быть хорошим на улице Яд-Лабаним. Все честно, все без обмана, как у волшебника Сулеймана. Вот такой шкафчик тут есть. Здесь самое интересное, здесь получается опять же идет из салона, из этого салона вот такой вот классный балкон, ребят, посмотрите просто на эту прелесть. О чем дальше? Ага. Посмотрите на этот балкон. Я вам покажу, куда посмотреть. Да, балкон хороший. То есть, чуть дальше отойди. То есть здесь можно поставить красивый столик, сделать здесь пенат окен, то есть кухню, тут столовую, с гостями себе. Ну, неплохой вид, хорошие панорамные окна, это всегда классно, сейчас там не буду. Так, да, отсюда вышли. И отсюда мы попадаем как раз в спальню, это родительская. Можно так ее назвать, есть такие двери. Вот стой там оттуда, да, смотрите. Вот такой шкаф, кстати, шкаф хоть и старый, но запаха нету какого-то нехорошего. Квартирка покрашена. Ладно, диван есть, матраса, мы сейчас затестим матрас. Тоже мне нравится, он такой жесткий, понял, но не сильно жесткий. Есть подставка под телевизор. Так, окей, идем дальше. Приподнимай, чтобы меня больше видно. Не-не-не, сейчас она у тебя опустилась, нет? Вот это, вот так. Можно руками поправлять. А, с руками. Можно, да. Так, сейчас. Есть, хорошо. Туалет. Здесь туалет, как всегда, небольшая ванная комната.
Вот такая небольшая ванная комната имеется. Довольно-таки чисто, никакого намека на грибок нету. Как бы все классно. Но еще одна небольшая спальня. И самое главное, ну давай пропустим человека. Да. Еще одна небольшая спальная комната. И самое главное, что есть и шкаф. И здесь есть еще один балкон, ребята. Это третий балкон в этой квартире. Но если так разобраться, один на кухне, один у нас идет на в спальне родительской, один здесь. Веревочка белевая. Покажи вид туда. Человек. Не, оно должно быть. Да. А, ну смотри, когда тут есть датчик, понял? Старайся держать вот так. Вот такой вид из окна здесь, ребяточки. Это Моше, мой друг. Да. Ну, в общем, вот так вот. Держите. В общем, ребят, скорее всего, эту квартиру уже заберут очень скоро, даже если не те люди, которые сейчас ее смотрят, эта квартира быстро уйдет. Но, тем не менее, если вы будете искать такого формата жилья, чтобы такая же квартира и тоже недорого стоила, обращайтесь ко мне заранее, я обязательно для вас постараюсь найти что-то подобное, потому что такие квартиры на рынке долго не задерживаются. Всего вам хорошего и до новых встреч!